Казалось, только недавно Новополоцк принял культурную эстафету от Бобруйска и держал в руках журавль – символ национальной акции. Но культурный марафон длиной в год подходит к завершению. И уже в пятницу, 14 декабря, состоится торжественное закрытие республиканской акции. Программа праздничных мероприятий начнется с одного из знаковых проектов – интерактивной выставки «Лилия Сябровства», которая пройдет в городском центре культуры в 15:00. Затем в городском сквере на площади строителей новополочане станут свидетелями открытия памятного знака «Новополоцк – культурная столица Беларуси». А после всех ждет праздничный концерт во Дворце культуры «Нафтан», где состоится торжественная церемония закрытия республиканской акции и передача этого статуса городу Пинску. Яркие краски и позитивные ноты в концерт внесут творческие коллективы Новополоцка, а также приглашенные гости со всей страны. Ведущими вечера станут Александр Серебренников и Наталья Гигель.